Меня зовут Слакова Анастасия. Меня зовут Семина Анастасия. Мы учимся в Курском государственном университете на факультете физики, математики и информатики. Мы занимаемся проектом, который называется ЭКОВЕД для выявления скрытых болезней сердца. А на данном этапе идет его разработка, сделаны некоторые уже наработки данного проекта. И сейчас мы участвуем в различных конкурсах для финансовой поддержки. Университет предоставляет нам лаборатории, предоставляет технику, на которой мы работаем, и всегда поддерживает в конкурсах. Недавно в Белгороде прошел конкурс, который назывался «Инстромфест». Мы выиграли первое место в этом туре, и осенью мы едем в Москву, представляя наш город. В будущем мы планируем создать как раз мобильный комплекс, который люди могут использовать дома. Григан!